В эти минуты в Театре юного зрителя заканчивается премьера спектакля «Творящее слово». Постановка посвящена творчеству народной артистки СССР Веры Кузьминой, а также юбилею Театра юного зрителя. Литературная основа музыкально-поэтического ревью «Творящее слово» составляют произведения классиков чувашской поэзии 20 века – Михаила Сеспеля, Петра Хузангая, Василия Меты и Геннадия Айги. Создатели спектакля считают, что постановка позволит визуально увидеть процесс рождения слова и творчества, почувствовать мощную энергию языка, его безграничные возможности. Автор пьесы и режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств Иосиф Дмитриев. Роль поэта исполняет Сергей Никитин. В спектакле участвуют студенты Чувашского государственного института культуры и искусств. Постановка осуществлена на грант главы Чувашской республики Михаила Игнатьева.